Зінченко заслужил медаль АПЛ. Украинец провел пятикраткий матч в АПЛ и получит золотую медаль, если Ман-Сити выиграет турнир. Защитник Манчестер-Сити Александр Зінченко вышел на замену в матче 28-го тура АПЛ против Арсенала. Украинец вышел на поле вместо Уокера на 72-й краткой минуте. Это пятикраткий матч для Зінченко в АПЛ. Согласно регламенту чемпионата, в случае победы в турнире, теперь футболист получит медаль, так как сыграл минимальное нужное число матчей для этого. Зінченко провел на поле 20 минут. За это время он отдал 28 пасов с точностью 89%, совершил один отбор, сделал два обводки и один раз потерял мяч. По версии Хоскорд он получил оценку 6-6. В текущем сезоне украинский хавбек сыграл 10-кратный матч в составе английского клуба. За 10 туров до конца чемпионата Ман-Сити лидирует, опережая Мю на 16 очков. Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит Зинченко новый контракт и повысит зарплату. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.